Йоу, народ! Ну чё, лагиала сейчас 2. Так, давай попробуем тут повоевать где-нибудь. Я тут уже сбрасывал пару раз, так вот стреляма. По новой бы начать. Ай. Поможет ли мне это или нет? Так, вообще тут ездить еще можно раздобыть. Нет, нет. Матчбокс. Попробуем пройти то, что мы не прошли. Ой, мы вряд ли пройдем. Да, у меня небольшой новый составчик, так сказать, команды. Даже аптечка не успел воспользоваться, это нечестно. Ну, мы идем, конечно, хоть и хорошо, но все равно чувствую, придется начинать по новой. Вряд ли мне силёнок хватит, да? Я вот тоже так думаю. Но мы можем по центру хреначить, и у нас все пщита будут. А вот это уже нехилый бонус. Не ожидал, что так можно. Кажется, у нас смели наш щитовик. Ну ладно, пробуем пройти насколько сможем далеко. Надо по исследованиям пройтись, может что-то интересное такой себе. Ну, помогает. Так,
Вот это же 13-я волна, что удивительно рядом. Странная была. Дальше мы не продвинемся, это в любом случае. Это в принципе нереально. Да. Ладненько. Слушай, неплохо получилось. Так, что у нас здесь под расписанием наше? Подходит идеальненько. Так, раз, два. Ты подойдешь. Так, девяточка, да, говоришь? Даже не знаю. Так, что у нас там? По папкам сейчас это не играет никакой роли. Модель Мула. Так, до боссов дойдем и там посмотреть интересно. Сейчас мы со щитами поприкалываемся немного, слушай. Интересная штука. Смотри, его в первую очередь стараются уничтожить. Так что да. И здесь явно не тупой. Не, ну тут дальше смысла нет уже, парень. Голову себе. Надо начинать по новой. Опять. Так, 25 миллионов. И у нас... Ну, прибавка-то не такая, как я хотел бы, ну ладно. Так, соло панел. Раз, два, три, четыре. Шахта. Раз, два, три, четыре. Лаборатория. Так, а здесь у нас... Академия, раз, два. И топливная хренотень. У нас уже 61 миллион. Ну, это уже более-менее хотя бы. Что?
может нам даваться. Раньше этого не было. Так, это значит что? Нам нужно усилить. Ну, вот это вот хренотень, раз. Вот это вот два. Так, теперь мы идем вот сюда. 50 и всего лишь маловато. Реактор. Щелк, щелк, щелк. Сорок одна секунда, говоришь, да? Так, ну отправляем тебя, точнее их. Так, ну уже сразу 60 уровень-то. Но я не скажу, что плохо. Можно было бы и лучше. Так, вот триллион уже нужен, да? Ну, теперь у нас есть возможность подрасширить наконец-таки их. Они 31 берем производят, и я не могу нормально ничего сделать. Можно дойти намного до больших сумм. А в итоге сижу сейчас здесь. О, отлично. Так, 20 триллионов надо, ё-о. Как-то неожиданно, ну ладно. Так, ну что мы тут делаем-то? Да так же, академии. Так, здесь можно одну удалить. Вместо нее поставим еще топливную. Две топливные мне хватит, в принципе. Академия есть академия. Их. Ах, ёбой. Нет. И для начала мы отправляем их вот сюда. Thank you.
Здесь один ква. Один ква будет. Так, 25. Так, здесь сколько нужно? Триллион раз, триллион два, триллион три. Биллион, биллион, триллион. Так, здесь фьюжн реактор по-любому нужен, еще академия, наверное, или не, ну фьюжн реактор по-любому, шахту тогда поставим. И сканер. До сих пор не могу понять, на какой черт я вообще его ставлю. Да, конечно, получше. Там-то понятно, что они всех будут раскрашивать сейчас только влево и вправо. Основное здесь не это. Так, здесь сделали Academy Production. Пригодится в любом случае. Фуил мне потом, если накопится. Fusion Reactor. Паю этого юмора. Ну, хотя мне понимать, скорее всего, не надо. Надеюсь, до триллиона-то я хоть дойду. Не уверен, но буду стараться. Мало. ДПСа, конечно, хватает. Реально мало. Так. Потом нырнем туда. Есть территориейшн.
Так, пока суть до дела. Где у нас плюс... Мне сюда надо. А, нет, мы захватили эту... А, ну только толку от нее не так много, как я хотел бы. Увы. Всем деплой, отправляемся. Так, значит, сам пьюжик. Строит майн? Наверное. Или нет. Так, ну для начала Rapid Launch пока. Который мне почему-то решил произвести. Уж точно не то, что я хотел. Академию можно? Ох ты, как он идеально встал-то, ёптать. Вообще шикардосики. Охренеть он встал. Так, погоди-ка, тут получается... Я не помню, почему так получилось вообще? Ну он вообще сейчас шикарно стал, слушай. Я даже такого не ожидал. До сих пор в шоке. А, нет, вряд ли мы здесь что-то еще познаем. Значит, он вот так действует, да? Ну ладно, ну, мы делаем только Академию. Сейчас побольше нужно. Так, что-то там у нас мы тут захватили. Теперь нам бы, наверное, сюда. Ship model. Да ладно, будем идти по порядку, как и шли. Чугоуты сюда. Процентов, ну тут даже пока не стоит заморачиваться. Все, у нас тут full production есть. Да, насчет full я как-то не стараюсь сделать его супер продуктивным, потому что оно мне потом в конце будет не нужно. Вместо full я буду ставить академии. Это по стандарту я уже так делаю. Этих уроней-то я тоже доходил. Периметалла хорошо производится. Шикарная тема. Я не ожидал.
Стрэндж астероид. Какого астероида я тут не вижу? Абсолютно. Да, мы скоро сюда идем до тира пятого. Там похлеще будет. Это я кому интересно. Так, ну у нас очень хорошо сейчас ресурсик-то производится. Это хорошо. Так, скоро будет 8 триллионов, а мы сможем запиндюрить. Так, ладно. Эффект было выбрать, но выборы не выбрали, вот и все. Так, а теперь дай-ка мы посмотрим здесь кое-что. Energy production, oh, production, да. Энерджи пока не нужно, это мы сейчас еще поднакопим. С энергией пока все в порядке. Не, хотя в принципе можно его так подусилить немного. У меня никаких исследований нету, которые нужны. Ну. Пока что, дорогое удовольствие, больно. Это уже поинтереснее, кстати.
16. Одолеем. Одолеем ли мы последнюю, следующую волну? Вот в чем вопрос. Жестко, но одолели. Так, следующий у нас пойдет сюда, потом сюда. Угу. Что ж, на этом, в принципе, я, народ, закончу. Увидимся в следующей серии. Всем удачи. Всем пока.